Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей партии в ФФА на четверых. Если вы не смотрели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка на нее появляется в верхнем правом углу. Всем же остальным приятного просмотра! Да, вы издеваетесь. Так, в принципе, тут можно вырасти. У меня опять лишняя соль. Кому лишнюю соль? Блин, как Лёша, хватит тебе там солью обмазываться. Что так ты? Это нечестная игра. А ты нормальный парень, очень мне нравишься. А, все, поставил тебя в тупик. Блин. Блин, проатаковал. Я так такое людям говорю, Лёша. Они не знают, как на это реагировать. Ладно, надо идти, видимо, нападать на... Правда, не знаю, как тут его атаковать. С двух клеток всего обстреливается. Может, все-таки на ниндзю? А этот, блин, тут разовьется. Или не нападать вообще ни на кого. Блин, ну минус 5, ну. Дорогу, наверное, пора строить. Было. Ну не хочет она давать, хоть ты убейся. Зря время потерял, надо было натикально подать. Ладно, пошли. Вырастет фивы, оракул еще. Так.
Я, наверное, вот этот мандат небес возьму, чтобы быстрее покупать миссионеров. Не за 120, а за 100. Колосс. Артемиду. Артемиду там построил. Колосс Китай построил. Нет, Артемиду. Майя. О, мои здания уже пошли строиться. Ну что, еще сетлера? Леша, ты рабочих воровать будешь? Обязательно. Защищай. Хоть-ка я рабочего. Не хочу, честно. Я не хочу его защищать. Где у него там рабочий? Вот я уже могу купить миссионера. И пока сохраним на пророка. Или пагоды везде зафигать. Знаете что, давайте пагоды. А если у ГГшки да не потребовать, то она все квесты скидывает, которые давала до этого? Или как? Ну я вот требовал, они квесты на лагерь варварский, например, не скидывали. А. Я думаю, ты именно это и спрашивал, да? Да. Пока особо других квестов там адекватных не дают. Пойдем в производство. Хотя, что мне их в городе держать? Они уже вылечены. Захватывать им же надо чем-то будет текаль. Он на холме. Ну и вообще как бы обстреливается, пока только я с двух клеток вижу, чтобы он обстреливался. Да, Лёшка там всю армию копит. Он заставляет остальных же строить тоже. Негодяй. Я бы на твоем месте ниндзя на Китай напал. А мне неудобно на него нападать. Ну, то есть мне его. Ну, если на него нападать, то мне нужно Шанхай, потому что. Ну, Шанхай, да. Только возможно через Шанхай. А Шанхай там три клетки обстрела, и то не впритык нам остановиться в город. Ну, это такое. Тем более по джунглям это по одной клетке бегать. Это слишком жестко.
вначале упариваться настолько. Так. Почему мне рекомендуют тут? Только до одной рыбы дотянусь. Я бы тут ставил. Если уж на то пошло. Так, по тут постоим. Подзасвечу. Я тут на золото меняться. Надо в Элефантину, наверное, принести реликвию, потому что тут нету пантеона, и, соответственно, железо ничего не дает. Ну, веру не дает. Так. Я уже по всему на третьем месте. Ну, это нормально для игры пути набожности. О. Варвары. Я тут лагерек пофармлю справа от Тикаля, ты не против? Да нет, не против. Да, тут только с трех клеток он обстреливается. Не очень. Блин, пойду я ниндзю захвачу тогда. Как минимум лодзи. Давай. Ох, под Майя город появился. Или это он давно стоит, я только заметил. Да не, недавно. Относительно. Опасно. Майя, у тебя что-то на обмен есть или у кого-то вообще? Да, у меня вот грустно все с сами. Ну, попозже будет у меня... У меня соль есть. У меня соль есть. Но если ты хочешь на золото менять, то золото у меня тоже есть. Ну, пока у тебя вроде нету. Одноразовая сделка тебя не интересует? В смысле нету? У меня золото уже обработано и... Ну, оно одно у меня. Погоди, ну я обменяться на него могу. А, стой, сайт я туплю, что-то нет. Показал вас. Вот Лёшка, негодяй.
Нинди, ну я же тебя честно предупреждал, правда? Я же тебе не врал. Нет, мы это запомним. Твое предательство. В смысле предательство? Мы о чем-то договаривались? Да. Ух, негодяй. Народ, а Петру кто-нибудь будет рашить? Я уже строю. В стольне? Да. Ну, у меня тут пару холмов есть. Я решил построить. Не против? Да я хотел в третьем городе, блин, но бесполезно. Thank you.
Эх, подлый фастклики. Спасибо. Ой, блин, чихнул. Девочки и мальчики, стратегии стратегиями, а пользоваться подробными картами городов России и многих других стран в офлайне и абсолютно бесплатно всегда замечательно. Да, я снова перешел к рекламе 2GIS. Мой любимый спонсор недавно выпустил свежую версию своего продукта для всех платформ с большим количеством новых удобных функций. Так что заходите на сайт 2GIS.ru и скачивайте интересующий вас город. Да, Великая Стена, тебе может помочь. Ну да. Как-то защититься от этого вурмонгера. Ну, тут просто такие равнины между нами, что делать. Дания уже со всех собрал.
Лодь обстреляла. Тут река, что ли? Угу. Лучник обстрелял. Ну. Блин. Лучниками, лодь. То есть коляской, лодь. Угу. Так, а коня кому? Коня бы мне построить, во. В тему так. Варварский лагерь там. Так. Сидней. Сидней хочет иудаизм. Окей. Ну, Мемфис сам религию принял. Да ёлки, откуда? Блин. Да не, надо коня строить. Пускай там грабит. Плохо, конечно, но... О, караван. Ну, кого? Да ладно, копейщика. Да ладно, не убил. Прикинь. Блин, я же там рассчитывал, что он умрет. Осталось три хитпоинта. Ну, будем надеяться, что на следующий ход он узнает весь гнев. О, генерала набил. Так. Подводишь свои коляски, все не подводишь. Ты у меня их что-то немерено. Нельзя же так играть, нечестно. Да я согласен на самом деле. Где справедливость? Давай, походи копейщиком, чтобы я его отстрелял.
А, так у меня там с прокачкой собака была. У меня прокачки нет, ничего-то не хватило. Ну что, будет у него лечилка? Нет? Эх. Ну, на этот ход зато умер. Маленький негодяй. Ты так прям даже не хочется захватывать тебя, да? Все. Слушай, Лолис, ну не нравится мне там твой скаут этот. Может, тебе придет в голову мне помешать с ниндзей воевать как-то, какую-нибудь гадость сделать? Было бы неплохо, конечно. Не, я грабить ничего не буду. А ты просто выше уже не пройдешь никуда. Там как бы разрослись мои границы. То есть мне бы не хотелось, чтобы ты шел. Так-то там сверху пройти можно. Так а что, там нету ничего сверху? Что ты там хочешь увидеть такого? Я посмотрю только, что между Мемфисом и Гелиополем, и пойду вниз к себе обратно. Между Мемфисом и Гелиополем? Там точно уже срослись, да, мои границы. Да нет, мне не пройти, не посмотреть. Мне просто... Я все вижу, кроме там пятиклеточек вот этих. Хватило. Ничего страшного. Все это поправимо. Куда-то варвары. А, их убил, наверное, этот. Тут лучше мой город какой-нибудь отвезти и полечить. Блин, а я ведь его почти убил-то. Да, ну, видишь, не хватило тебе так, чуть-чуть. Ну, ничего страшного. Ступай. Фуф. Нет. Не теперь, оно не осталось.
Пойдем в тыл у поляка. Побарагозим. Блин, ты в этом городе что-то было, теперь висеть будет. Что, рассинхрон будет или что? Что можно сказать? А, да-да-да, пошел рассинхрон. Ну, грузится, в смысле. Вообще, Ниндзя, я готов с тобой замириться, если... Так. Продолжаем? Не, я готов замедлиться. Ну, только мне надо этот город уничтожить. И я там поставлю свой. И норм тогда. Ну, не та, я не там, точнее. Я свой не там поставлю. Я не так, неправильно сказал. Нет, этот город не стоит. Чего? Там будет мой город. Ну, в смысле, вот здесь стоять мой город. А, то есть мы воюем прям... Ясно. Ну, мне смысл отдавать тебе вот этот город. Тогда да я его все равно сжигаю. Я его все равно сжигаю, понимаешь? А, блин, тут речка. Ну ладно, с другой стороны подойду конем. Так, где я хочу поставить город? Ну, вот тут, например. Так, так, так. Фаст-кликер. Ну, я в смысле фаст-кликер. Все, убегает, но подлый трус. Да не, вряд ли. Блин. Что там, что, дороги, что ли? Фаст-кликер. Подстава. Плохо, что мы с тобой воюем. Тут два подлеца развивается.
Ну, я тебе сделал предложение. Я отказался. Да. Так. Я маленький негодяй. Ты маленький негодяй? Я на переговоры с террористами не иду. Так. Уел, прям уел. Угу. Чувствуешь силищу? Нет. Жаль. Правлю на еду. Больше негде, что ли, покупать пагоды? Тогда давайте пророка оставим. Так, что, реально? Есть пагоды, есть, есть, есть. Ничего себе. Интересно, Ниндзя, говоришь, мы с тобой воюем, они развиваются. Когда я открываю демографию, ты везде на первом месте, я везде на втором. В смысле на первом? Смотри, сейчас тут все исправится. Что я на первом где-то? Пустяк. Не успел. Я вот себе предлагаю так мир заключить. Больше никаких условий не будет. Кажется, только... Блин, понимаешь, мне надо ставить города. У меня тут получается, что вот твоя лодь так встала, что я просто не могу вот в эту сторону город поставить. Не то, что мне там... Вот мне не нужно на твоем месте, там, где лодь стоит. Мне просто вот рядом с Мемфисом и Гелиополисом надо поставить город. Там у меня там железо будет. Но... Подожди, ты их поставишь, и у тебя опять места не будет, куда ставить. Не, ну извини, и дальше на тебя тут нападать, тут такой проход очень хреновый, мягко говоря. Нет, он хреновый, потому что там лодь стоит. А вот будет... Там твой город стоять уже вполне даже хороший проход зеленый. Даже очень. Поэтому извиняюсь. Мы можем договориться там до какого-то времени не воевать. Я не буду на тебя нападать. Пожалуйста. Р-
хорошо, как ты хочешь выбраться и тут поставить? Я хочу поставить, ну вот, собственно, слева от оленей. Вот на равнине, на реке, видишь, тут, чтобы было золото, железо, камень, там, пшеничка. То есть я даже не буду на холмы вот в твою эту местность ставить. Не, блин, это близко к Варшаве. Ну, подожди, да я сейчас еще поменяю. Секунду. Могу даже, ладно, не на этой, не на холме, ой, не на равнине на реке, а еще левее на холме поставить, вот. Хотелось бы на реке, конечно. Там на холме поставишь, то еще. То есть, видишь, мне как минимум три клетки надо будет там купить или что-то сделать, чтобы вот дойти до твоих таких вот этих штук. Окей, давай. Я тебе отдаю город сейчас. Давай. Я его сжигаю и ставлю город на том холме. Ты сжигаешь и ставишь на холме. Я тебе объясню, почему я заключил. Ну, то есть так бы я с тобой не заключил бы мир. Но тут проблема в том, что у Китая 46 тысяч армия. Ясно. Я готов, если хочешь... Вдвоем, поэтому... Нет, если хочешь, я тебе прям даже готов сейчас свои коляски подарить тогда. Да не, он сейчас, я думаю, уже нападать не будет. Ну или нападет. Я, значит, готовил армию, чтобы воевать с Египтом вместе с тобой, а ты тут... Как-то ты это очень тихо делал. Ну, ладно, сам... Я, честно говоря, Лолису не верю, это какой-то такой странный с план. Потому что он через джунгли, вот тут просто сказки пошли. В смысле, почему сказки-то? Элефантина падает просто за два хода, а дефти и нападатель не сможет сразу. Есть, ну, да, ты теряешь город, например. В смысле, как она за два хода падает? У меня коляски бегают на 5 ходов, тут равнина. Интересно. Ну я что, кричать буду, что ли? Сколько у тебя тут колясок? Ты не видишь эту территорию. У меня есть скаут, стоит, ну, нет их. Я бы сказал, да, мне есть, пройти за один ход, да, и начать обстреливать. Там 10 защит. Ты даже если прибежишь колясками, я такое город забираю сразу. А дальше уже просто твоя армия рассеяна по разным местам. Раскиданный смысл. Ну, сорян, Лолис, я реально думал, что ты на меня нападешь, с учетом, что у тебя дуболом еще. Да не, ну как, да. Понимаешь, как, Лолис, ты подходишь к Элефантине, расскажи, откуда? Да уже не важно, в принципе. То есть, сейчас я уже не иду на тебя. Пойду воевать с Майя, значит. Блин, где мне еще города поставить? Больше вот ресурсов роскоши нету, да? Кстати, а что ГГшки хотят? О. И великого пророка, отлично.
Успел всеми юнитами походить. Отлично. Так. Мечети, естественно. Или мечети взяли? Нафига? Нет. Я слепой. Так, около своих городов, наверное, надо брать. Или религия лучше распространяется. Великарнасский мавзолей хорош тем, что у меня будет куча пророков, и я буду с них иметь 100 золота. О, как раз цитрусовые подоспели, которыми ГГшка просит. Все в средневековье выходят. Один я где-то обретаюсь. Я тебе предлагаю твою коляску убрать с этих границ. А то что произойдет? Я хочу посмотреть, что ты. Или это ты это подниму, или мне. Я про эти египетские краски. Не, ну если хочешь, проверь, в общем, но мне они не нравятся. Красители. Есть кое-где. Алёш, смотри предложение. Да, ща. Ну подождите, у меня тут столько юнитов. Ну, в принципе, можно взять красители. Сейчас я гляну, у меня соль одна. А, так у меня соли дофига. Блин, так у меня счастье дофига. Так.
Забавно прорисовывается. Лодь убрали, а Великая Стена осталась на этом месте. Пусть стоит, пусть защищает. Может, там баг какой-нибудь, ты будешь ползти медленно. После рассинхрона должна пропасть. Ну, в принципе, да, у леса надо кого-то захватывать. Да не то, что захватывать, просто если его оставить, он будет очень серьезной проблемой. Он за горами, за холмами, там ничем не сделать. Ну, на выйти. Давай. Блин, а ты в гражданскую службу не вышел, что ли? Lucky loser. Нет, я пошел в теологию. Ясно. Ну, значит, я тебе ничем не помогу. Блин, у меня 20 счастья, надо города фигачить. Уж этот Рамсес подлый. Это я про город. Ну и, собственно, про правителя тоже. Где мне еще города поставить? Так, а где он на тебя нападает, я не пойму. По поленке снизу. Снизу гор, в смысле, как-то обошел, да? Да не, он тупо по холмам идет. То есть я тебе в спину не ударю, потому что я отстанусь, и поэтому коляску подвел ко мне. Ну, какая разница, я все равно хочу контролировать это место. Поляк, а если я тебе коляски свои подарю, может, ударишь тогда? На этом пока все. Продолжение игры завтра или через день. Надеюсь, загрузится быстро. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.